Шпион Флейм. Растрепка. Пионы и бронзовки. Вот это, возможно, ханимун. Бути. У него лепестки не такие ровные. И он ароматный временами. А вот распустился Canary Brilliant. Полностью раскрытые цветочки. Ну ничего, были страшненькие все. Это зависит, видно, от года цветения их форма. И расцвел Барцелла Ита. Вот Ита гибриды, Canary Brilliant и Барцелла. Вот Барцелла. А дальше пересорт, похожий на Corastabs. Но продавался как Dancing Butterfly. Издалека куст. Мираж. Тычинки такие в середине. Нет, стаминодии, наверное. Вот это. И Ита гибрид Scarlet Heaven. Один только цветок выдал в этом году. Букеты пионов. Впечатлилась на выставке. Розовый Сара Бернар. Малиновый Аркадий Гайдар. Потом малиновый в этом букете. Аркадий Гайдар. Варенька розовый. А с белыми кончиками Синбад. И вот только Аркадий Гайдар.